НКУ Фиорентино может наноситься как на новую, так и на ранее окрашенную поверхность. Для этого достаточно положить один слой праймера RB, разведенного водой на 20-40%. Через 24 часа после грунтования нанесите первый слой НКУ Фиорентино шпателем из нержавеющей стали, выравнивая поверхность на толщину зерна. Еще через 24 часа нанесите второй слой НКУ Фиорентино, делая поверхность максимально гладкой. Примерно через 10 минут чистым шпателем из нержавеющей стали заполируйте поверхность до желаемого блеска.